В Нижегородской области задержан мужчина, который, по версии следствия, подтолкнул женщину к убийству собственного годовалого сына. Сначала она заявила о пропаже маленького ребенка. В ходе поисков полицейские обнаружили его тело в пруду недалеко от деревни, где жила семья. Тогда женщина и призналась, что сама совершила преступление. По версии следствия, 4 ноября 2012 года, около 4 часов утра, злоумышленница, проживающая в квартире дома в Семеновском районе, положила малолетнего сына в рюкзак для переноски детей и, прихватив с собой топор, пришла к озеру, расположенному недалеко от деревни. Там она нанесла сыну 2 удара по голове топором, после чего тело ребенка утопило в озере. Женщина заявила, что приказание убить сына пришло ей в виде СМС от лидера секты, в которой состояла подозреваемая. Оперативники отследили владельца мобильного, с которого отправили сообщение, и задержали мужчину. Сейчас его допрашивают следователи. Социальные службы раньше обращали внимание на странную семью и даже изымали у женщины детей. Теперь у нее осталась старшая дочь, но потом вернули их обратно.